Мне обратилась гражданка, которая пояснила, что на крыше дома номер 2 по улице Сосновой находятся посторонние граждане. Я сразу же выдвинулся на место, где было установлено, что в третьем подъезде дома номер 2 по улице Сосновой открыто чердачное помещение. При подъеме на крышу мной было установлено, что на краю крыши сидит девочка, ноги которой были свешены вниз. Увидев меня, она резко закричала, сказав мне, чтобы я не подходил к ней, иначе она спрыгнет вниз. После данных слов я остановился, расстояние между нами было где-то 5-6 метров, и начал вести с ней диалог, в силу каких обстоятельств она приняла такое решение. В процессе диалога, то есть она на контакт не шла. Также на крыше находилась еще одна девочка, которая стояла рядом с той, которая хотела спрыгнуть вниз. И мне получилось дать команду жестами, чтобы она схватила ее за корпус и немножечко наклонила от края, чтобы я, воспользовался этим моментом, смог быстро подбежать к ней и оттащить ее на середину крыши. Забежав до данного места, где она сидела, я просто ее схватил и оттащил на середину крыши. То есть в дальнейшем, после чего я ее не отпускаю, уже вызвал на место наряд полиции и сообщил случившуюся дежурную часть. Да, этот случай произошел 19 июля. Мы сидели на лавочке и случайно обратили внимание, что на соседнем доме, на крыше сидели две девочки, болтали ножками. Мы пошли, сказала в опорном пункте, что так и так. Павел Сергеевич пошел, отреагировал очень быстро на этот случай, пошел и... спас девочек, получается, спас, и это очень геройский поступок. Мы очень гордимся этим и хотим, чтобы у нас побольше было таких ребят в полиции, которые нас защищают и нас оберегают. Мы очень благодарны ему всем двором, что действительно девочек этих он спас. Участковый очень хороший, внимательный, я сколько раз уже к нему обращалась, он выслушает. И примет меры, те, которые необходимы.